Германия приходит в себя после урагана Эберхард. Стихия практически парализовала железнодорожное движение на западе страны. Его удалось пока частично восстановить в федеральной земле. Северный Рейн-Вестфалия, водитель погиб при падении на его автомобиль дерева. В Тюрингии ураган отрезал от внешнего мира деревушку. Единственную дорогу, ведущую к ней, захвалило рухнувшими из-за сильного ветра деревьями.